Всем добрейшего времени суток. В сегодняшнем выпуске «Альманаха» мы, так сказать, закроем 99-й год. Собственно, сегодня вкратце взглянем, так сказать, на последующий. А именно, игры других жанров, которые имеют в наличии элементы файтингов, игры, имеющие косвенное отношение к жанру, и игры, которые ошибочно причисляют к файтингу. Ну и, безусловно, пробежимся по трешачку, куда же без этого-то. Пойдем, значит, по порядку. 1 апреля, какая хорошая дата, вышла игра только в Европе на PlayStation 1 под названием Bloodlines, которую приписывают к аренным файтингам. Но на деле это что-то вроде футуристичного спорта. Ваша задача быстрее оппонента коснуться нескольких чекпоинтов на небольшой 3D-арене. Подвох заключается в том, что кто первый коснется, тот игрок будет подсвечен, и впоследствии только он может отмечать чекпоинт. Вот тут как раз и вступает в кавычках файтинг-составляющая, ибо соперник будет пытаться перехватить это, так сказать, свечение и перекрасить чекпоинты уже в свой цвет. В этот момент игра начинает напоминать прошлогоднюю Дестрегу. На расстоянии вы стреляете, вблизи бьете или бросаете. Различия в персонажах выражены в их чардж-атаках, ну или спешлах. Плюс на аренах можно находить различные пауэрапы. Да и строение уровней также меняется. В общем, в целом неплохая забава для какой-нибудь компашки, но файтингом это, конечно, назвать очень трудно. Далее, от европейского эксклюзива переходим к японским. На все той же PlayStation 1 3 июня вышла игра Chippokeer Ralph no Daiboken, в народе более известная как «Приключения маленького Ральфа». Вначале нам показывают мультик, как злодей, напав на какую-то деревушку, накладывает заклинание омоложения на нашего героя, ну и заодно похищает его подружку, почему бы и нет. Теперь Ральфу, в виде вот этого шкалакета с мечом, надо восстановить, так сказать, справедливость. Представлено это в виде очень симпатичного 2D-платформера. У вас всего две кнопки – удар да прыжок. Если чуть зажать кнопку удара, то можно размахнуться мечом, как битый какой-нибудь. Разнообразие в простом геймплее приходит от разных уровней. То кнопочки понажимать надо, то на вагонетке покататься. Собственно, в этом как раз главная проблема игры. Все уровни буквально состоят из подлянок и подстав, предназначенных исключительно для заучивания. Особенно пресловутый уровень на вагонетках меня выбесит. Так, аты-то в игре, конечно, бесконечные. Но знаете, переигрывать одну и ту же секцию десятки раз, просто потому что геймдизайнерам так захотелось, продвигаясь по сюжету вперед буквально на шажок, знаете, это как-то не слишком приятно. Так где тут файтинг, спросите вы? А на боссах. Только не сразу. Начиная где-то с 5 уровня при схватке с боссами, меч Ральфа будет возвращать ему облик, и игра превращается в полноценный файтинг. Простенький, конечно, но рабочий. Прыжок переместится на нажатии вверх. Обе кнопки теперь станут ударами, слабым и сильным соответственно. Вам доступны нормалы, броски, спешлы типа Хадукин Шурюкин. Даже есть отмена из нормалов в спешлы. В общем, этакий урезанный клон Street Fighter 2. Главное, что это работает и даже вполне приятно. Но опять же, про суровую сложность я вас предупредил. Теперь сделаем небольшой скачок на Nintendo 64. 25 июня в Японии там вышел Neon Genesis Evangelion. Адаптация одноименного аниме. С точки зрения сюжета, максимально близко к источнику, но очень-очень поверхностно. По геймплею, это по сути сборник мини-игр. Каждый отдельный уровень – это какая-то своя забава. Например, в третьем уровне вам просто нужно прицелиться и выстрелить. В четвертом – машет как остолбенелый по кнопкам. Далее вообще будут натуральные QTE. Ну и да, 4 из 11 уровней представлены в виде очень примитивного файтинга. Есть удар и блок. Нажав одновременно обе кнопки, будет бросок. Также есть щит, и если враг находится за экраном, как правило, от вашего броска, есть отдельная кнопочка для бега, из которой тоже есть атака. Вот, собственно, и все. Бои весьма, как бы так сказать, вязкие. Ева двигается едва-едва.
Вы мне, конечно, можете сказать, ну так это же мех, чего-то ждал-то. Однако, что в аниме, что в самой игре, в некоторых катсценах, она куда как подвижнее. Да и малое количество действий тоже как-то сказываются. Поэтому играется это очень неважнецки. Но, справедливости ради, довольно зрелищно. Плюс разрабы старались следовать первоисточнику. Например, в первом бою, если трижды попасться на бросок врага и сдохнуть на последнем из них, то запустится сцена Евы Берсерка. Опять же, смотрится весьма зрелищно. С геймплейной точки зрения, это такая своеобразная вторая жизнь. В общем, фанатам сериала игра, может быть, зайдет. А остальным рекомендую пропустить. Возвращаясь обратно на PlayStation 1, 29 июля в Японии вышла игра Rakukagi Showtime от студии Treasure. В глаза сразу бросается интересное оформление. Как будто, знаете, игру дети карандашиками раскрашивали. По геймплею это какая-то очередная аренная мультиплеерная забава. Можете бегать, прыгать, бить или бросать. Как врага, так и предметов врага. Ключевой фишкой является каменная мордашка в центре экрана. Она сама по себе наносит гораздо больше урона, чем все другие предметы, если бросать ее по врагам. Но она со временем начинает от этого злиться. И вот когда разозлится совсем, ее запуск дает вам этакую суператаку. Собственно, в этом как раз и основа всей боевки. Подсуетиться самому так, чтобы бросить супер, и при этом стараться не попадать под вражеский. В общем, опять же, для мультиплеера, может быть, забава будет интересная. Как чисто файтинг с огроменной натяжкой. Еще один привет из Японии — игра Lord of Fist от 26 августа. Также для PlayStation 1. Другое название у нее — Shaolin. Выбирайте один из шести стилей единоборств и вперед мутузить морды. Есть одиночный режим с прокачкой, есть мультиплеер на четверых. И вот тут как раз и проблема. Это не столько файтинг, сколько битэмап. Но с файтинг-боевкой. Причем довольно простенькой. Все по сути из-за фокуса. Вы не можете свободно крутить мордой, взгляд всегда фиксирован на ком-то. И вот пока вы заняты каким-то одним врагом, двое других будут лупцевать вас. Да и выбор из шести стилей... как-то маловато это для файтинга, потому что сами персонажи — это, по сути, просто скины. А боевка — это просто простейший клон Virtua Fighter, тут даже добавить ничего. Далее будут идти пара апдейтиков, которые все-таки надо, так сказать, для галочки упомянуть. 27 августа на Nintendo 64 вышел Fighters Destiny 2. Но тут добавить мне как-то нечего. Это, по сути, та же игра, но с цифрой 2. Чуть больше персов, лучше графон и новый режим добавили. За подробностями выпуск про первую часть. Вот что меня реально удивило, так это International Karate 2000 для Game Boy Color. Это порт слэш ремейк одноименной игры 85 года. Изменений тут немного. Добавили разных каратистов на выбор, хотя разницы я как-то особо между ними не заметил. И да, тут есть русский Иван в шапке. Графон обновили, музыку подправили, плюс еще бонус уровней завезли. А в остальном, ну, в целом это тот же International Karate. Самое забавное, что в 2001 году вышел порт этой игры International Karate Advanced. Как вы могли догадаться, для Game Boy Advance. Тут бои уже ведутся втроем, по принципу каждый сам за себя. И, в принципе, все, отличия я больше не заметил. Для европейцев этот International Karate, оказывается, культовая вещь. И, кстати, о культе. Нужно не забыть упомянуть о Шенму. Лично я это говно мамонта даже игрой не воспринимаю. Графонистая вещь, да, не спорю, но как игра это наискучнейший симулятор японского лоботряса. Но не суть. А суть в том, что тут бои есть. И показать я вам их не могу, потому что лично я не дотерпел даже до них. Настолько игра убогая, медленная и скучная.
Однако, бои тут это чистая копирка Virtua Fighter. Как факт, игра вообще изначально разрабатывалась как спин-офф Virtua Fighter про Акиру. Так что для галочки можно, конечно, отметить. Ну а теперь давайте пройдемся по вашему любимому. По трошачку для ПК. NB Heartbreakers. Она же просто Heartbreakers. Это тайваньский клон Street Fighter EX внезапно. Играется очень даже похоже. Даже знакомые анимации я увидел. И в принципе неплохо. Если, конечно, вы ее запустить умудритесь. В некоторых источниках я заметил, что пишут, что игра внезапно с аркад. Но на сайтах, посвященных аркадным релизам, они знать не знают. Скорее всего, в Тайване были просто аркадные залы, где ставились компы с присобаченными к ним аркадными стиками. И типа это считается аркадной игрой. При этом из Южной Кореи станет игра под названием Chain and Combo House Light. И вот это вот я вам скажу, это что-то с чем-то. Во-первых, лично у меня игра запустилась вот так. Во-вторых, в игре только два режима. Аркада и Версус. Причем в аркаде вам доступен только один герой. Видимо, кто-то переиграл в первый Street Fighter. Если вам интересно, вот вам выбор перса с Версуса. В-третьих, это управление. Вот тут просто, конфетка. Для первого игрока движение на стрелках. Для второго на ВСД. Вроде нормально пока. Спросите, где же кнопки действия? И вот это как раз самая вишенка. Готовы? Для первого игрока это Insert, Home, Delete и End. А для второго это цифры с 1 по 4. Это вообще, блин, супер. Если японцы делают управление на клавиатуре для осьминогов, то в Корее, походу, для каракатис альбиносов, я не знаю. Я впервые вижу такое управление. И да, оно, естественно, не перенастраивается. Геймплей в этой игре тоже далек от хорошего. Управление довольно тормозное, спешл срабатывает через раз. И это я еще молчу про само ограничение на спешл. Видите вот эту шкалу под лайфбаром? Вот, хочешь юзать спешл и жди, пока она заполнится. Комп бесит, потому что он просто вечно сидит в блоке, он ничего больше не делает. Ну и как вишенка на торте, звук. Если коротко, все спизжено. Ладно, допустим, эффекты из Street Fighter, это как бы ничего нового. Ну ладно, допустим, герой орет как Терри Богард из кино Файтерса. Это как бы тоже привычно. Но скажите мне на милость, какого лешего в игре играет музыка из Кастельвании Симфонии Ночи? В общем, из более чем 300 файтингов, которых мы уже рассмотрели, эта игра умудрилась выделиться. Такой трешак еще попробуй найди. Удивил внезапно Таиланд игрой Рамаяна Файта. Нет, игра днище, это просто кнопкодавка с персами из какой-то ихней мифологии. Но я просто впервые вижу игру из Таиланда. The Unholy, знаете, оправдывает свое название. Вы просто посмотрите на это. Какой-то орк махает культяпками против стремноватой какой-то нежити. Ну и да, напоследок Tournament of Warriors. Эта игра у меня вообще никак не запустилась. YouTube ее тоже не знает. Что, в принципе, неудивительно. Поэтому вот вам немного скринов. Под конец отмечу еще пару интересных вещей. В 99 году на Game Boy Color вышел Super Fighter 99. Ну или Super Fighter S. Это пиратский хак KOF 97 для Game Boy. Сюда добавили всех, в кавычках, забытых персонажей в официальном порте. И даже поставили их в нужные команды. Плюс добавили арены, музыку и даже ругало в качестве босса. В общем, фанаты-азиаты доработали игру до ума. В остальном, в принципе, добавить нечего. Она играется так же, как KOF 97. Ну и, наконец, в завершении нельзя не упомянуть такую вещь, как Муген. Да, 27 июля 99 года под DOS вышла первая официальная бета-версия. Для тех, кто не в курсах, это очень простой в освоении движок для 2D-файтинга. И что немаловажно, с открытым исходным кодом. К тому же он имеет гораздо больше возможностей, чем прошлогодний Fighter Maker. Последняя официальная версия вышла уже черт знает когда. Но благодаря вот этой самой простоте и открытому исходному коду, дело живет до сих пор благодаря фанатам. Наиболее актуальная версия называется Ikemen Go.
с поддержкой высоких разрешений и даже rollback netcode. Ну и просто, так сказать, для галочки, чтобы вы поняли, насколько Муген известный и насколько он популярный, есть хентай Муген. Я dead fucking serious. Теперь живите с этим. Ну а засим у меня к вам на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете о всем вот этом вот-вот. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.